8 минут чистого времени, 12 секунд на атаку, каждое попадание со средней дистанции – одно очко. Этот, на первый взгляд, усеченный вариант баскетбола, на самом деле отдельная дисциплина. Тренеру на игру влиять запрещено, никаких зонных защит и тактических капканов. На первом плане – чистые скиллы. Ну и физическая готовность. 3 на 3 – игра энергозатратная. Да, вы правы, это очень энергозатратная дисциплина. Очень быстрая смена режима атаки, режима обороны, поэтому должна быть хорошая выносливость у игроков. Но и, наверное, ключевой фактор – это не столько антропометрия игроков, вес, рост или какие-то там данные, сколько сыгранность и слаженность коллектива. Если ребята или девчата знают друг друга, доверяют друг другу, чувствуют друг друга на площадке, то, скорее всего, успешны будут они. Рязанские девушки из команды «Единство» свой стартовый поединок с Ивановской «Энергией» начали с места в карьер. И первыми повели в счете, но потом их захлестнули эмоции. Пошли неподготовленные броски, мяч упорно не шел в кольцо. В итоге проиграли, но совсем немного. К сожалению, мы все учимся, ну, кто в Москве, кто в Рязани, и вместе собраться у нас не получилось. И поэтому мы решили, ну, взять так на опыте, поэтому немножко, блин, комом. 6 матчей за 2 дня. Возможность вспомнить старые связки, комбинации, проходы. Рязаночки в итоговом протоколе 5-е. Ну и ладно, просто наигрались вдоволь. Наверное, потому что давно вместе не играли и не почувствовали друг друга. Это помешало. Парням повезло больше, они в тройке, хотя, может быть, рассчитывали на что-то большее, но зато уж чем-чем, а в гостеприимстве ни девушек, ни ребят точно никто не упрекнет. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».